Вот уже около 6 лет Дмитрий Шепелев живет в союзе с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Почти 2,5 года назад у пары появился общий ребенок. У супругов также есть старшие дети. У Екатерины дочь Лада от первого брака, у Дмитрия сын Платон от Жанны Фриске. 8 лет Платон не видится с родными матери, с дедушкой Владимиром Борисовичем, бабушкой Олей, тетей Наташей. Этим встречам, по словам Фриске, препятствует Дмитрий Шепелев. «Знаю, что Шепелев его уже никуда не возит на отдых. Я так понял, что былых заработков у него нет, а деньги, которые остались после Жанны, он поснимал со счетов. Да и сам он не очень-то и талантлив. Он ведь хотел еще и часть квартиры Жанны продать, которая осталась Платошке. Но мы не дали. Это единственное, что ребенку достанется от мамы. Я верю, что придет время, когда внук сам к нам постучится», — поделился 71-летний Владимир Фриске в разговоре с журналистами. Владимир Борисович не следит за жизнью неудавшегося зятя, который окунулся в заботы о новой семье. «Меня это не интересует. Я даже жену его не видел. Это их дела. Пусть они там хоть женятся-переженятся. Мне по барабану. Меня интересует только Платон, которого у нас отобрали. Мы с женой его очень долго ждали, но быстро потеряли», — отметил папа артистки. К слову, Владимиру Борисовичу не раз предлагали судиться с Дмитрием за право видеться с внуком, но он категорически против этого. Мужчина боится навредить Платону. Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: «Я их не знаю» или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и повлияло бы это на психику ребенка. Я этого процесса очень боюсь. Боюсь, что на эмоциях могу что-то натворить», — разоткровенничался Владимир Фриске. Конфликтную историю очень переживает мама Жанны, Ольга Владимировна. Женщина плачет, когда видит кадры с внуком. Нелегко и сестре певицы, Наталье, которая, к слову, в прошлом году родила дочь Луну. «Мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошел в свою мамочку. Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастешь, все поймешь и придешь к нам». Так Наталья Фриске в свое время обращалась к племяннику. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.